крутим, мы крутим. Никого не боимся, пропускаем пешеходов. Поехали. Поехали, 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 поехали. Вот, кстати, это тоже здесь маршрут будет по Ленина. А, по Ленину? Да. Есть такое. Смотрите, человек либо останавливается, либо поворачивает, имейте в виду. Знаки какие мы видим? Автостоянка. Так, вы стоянка. Если будете, ну, смотреть и терять руль. Вот смотрите. Мы вот говорили за пешеходный переход. Вот он, регулируемый пешеходный переход. У человека, который будет выезжать с правой стороны, у него никакого светофора нет. Но. И вот он сейчас даже поедет в нашу сторону, налево. Ага. Налево, допустим. Он должен стоять под светофором, ждать, пока все пройдут и все проедут. И когда загорится, только зеленый ехать. Потому что, короче, два светофора, видите. Это переход. Больше двух там. Много светофоров, значит перекресток. Вот это перекресток. А вы не бойтесь, вы должны вот как-то предпринять. Либо тормозите, либо там покажите, что вы тут находитесь. Вот еще одна. Страшно. Знак какой проехали? Запрещающий. Вот. Все, вы видите. Чуть-чуть на меня. Что вы впереди видите? Как водитель, обращайте внимание. Грузовик. Левый поворотник. Левый поворотник. Пошли, пошли, пошли. Выключили. Правый поворотник. Зеркало. Выключили поворотник. Тормозим, тормозим. Не так, конечно. Так, сразу пока стоим, мы смотрим, какие знаки за перекрестком мы видим. Нам скажут, едем на Владивосток. Ну, вот сейчас скажем, двигаемся в сторону Владивостока. Что вы, как вы поймете, где Владивосток? Поехали. Вот вы в чужом городе, да? Но на данном моменте вы на чужом маршруте, да, по которому вам предстоит сдавать экзамен. Вот, Владивосток, направо, соответственно. Понял? Опять же, указатель показывает на регулируемый перекресток. Не так, что любой первый попавшийся поворот, да, мы повернем направо. Регулируемый. Вот он. То бишь, где тупик, все, да, мы направо, право поворотник включаем. Здесь у нас с вами светофора нет, нет, выключайте поворотник, потому что тут вот заезд есть, заезд, и да, я его тоже не увидел из-за снега сначала. Право поворотник включайте. Здесь мы руководствуемся только знаком «Уступи дорогу». Опять же, пешеходы, пешеходы, люди ходят. Ходят, перебегают дорогу и тому подобное. Пошли. Пошли, 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 пошли. Влево смотрим. Никого? Все, двигаемся. Не бойтесь. Никого. Вот еще впереди регулируемый. Видите, нет светофора в правую сторону. И сейчас, соответственно, горел бы красный, человек будет. Представьте, вот мы сейчас выезжаем отсюда, и нам какой горит красный, мы должны стоять. Понятно? Учите вот эти вот перекрестки, светофоры, пешеходы там подобное. Не просто так посмотрели, билет запомнили, а непосредственно вот. Сам, какие вы видите? А вот. Тихо, тихо, мы по ней идем. Сразу-то под танки не бросайтесь. Знак какой вы видите?
40. Совершенно верно. Вот и двигайтесь 40. Откуда у вас знак действует? Да, перекрестка. Ясно, да? Все трещит. Да не, это телефон, который записывает. Нет, дорога какая-то. Двигаемся, 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 двигаемся. Ну, не более 40, конечно. Опять же, мы помните, куда едем? На Владивосток, да? Смотрели на указатель. Подпрыгнули в машине. Владивосток. Едем направо. Поворотник включаем. Правильно? Правильно, конечно, правильно. Вот перекресток. Ну тут стоит знак дублирующий, да? Скользкая дорога 40. Выключили поворот. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Ну, не более 40. Чего вы тормозите? Что вы загнались, да? Чтобы разогнались. Опять руководствуемся знаком. Уступи дорогу. Кому уступать? Всем. Левый поворотник включили. Выезд на главную дорогу, даже если мы едем прямо. Поехали, поехали, поехали. Нет, никого. Поехал, 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 поехал. Все, выключил поворотник. Мы в полосе двигаемся. Даже вот вроде мы никуда не поворачивали, а поворотник мы обязаны включить. Показать, что, ребят, мы вот со второстепенной выезжаем на главную. Вы там повнимательнее будьте. Хотя мы вас и пропускаем. Здесь уже мы можем двигаться 60 км в час. В принципе, и делаем. В левый ряд перестраиваемся. Смелее. Выключаем поворотник. Давайте еще раз в левый ряд. Поворотник. Зеркало. Пошли. Вы посмотрели, убедились, что вас не хотят опередить слева, да? Нет там машин. Все. Будьте любезны. Сейчас ничего не видите, да? Вот так вот. На экзамене, в принципе, так же. Так, перестраиваемся? Нет, прямо нет, двигаемся. Прямо? Это еще один маршрут. А почему очки нельзя? Солнечные? Да. Солнечные, защитные, не знаю. Гаишники говорят, вы что, тут на курорте, что ли? А между прочим, когда я сдавала экзамены в теорию, они меня спрашивают, у вас очки от солнца или от зрения? 60 спрашивают. Больше они-то темненные, да, у вас были? Да. Ну представьте, пришла такая женщина модная в очках, да? Нет, у меня хамелеон. Видимо, зашла с улицы. И они, вот они еще темные были, а потом они становятся светлыми. Сейчас, если бы я их одела, они были бы темные. Что мы видим? Какие знаки? Так.
При этом нужно двигаться. Двигаемся, двигаемся. Ну, зеленый это не знак, а сигнал светофора, да, разрешающий. Где мы можем тут остановиться? По улице проспект 60-летия октября. Включите правую, вроде. Посмотрите в зеркало. Перестроились. Выключили поворот. Подальше от переезда отъехали. Чтобы не задавали вам вопросы на экзамене. А через сколько и за сколько и можно остановиться? Через 10. 10. Ага, 10. Правильно? Правильно. Включайте поворотник, останавливайтесь. Только не в сугроб. Вы в зеркало прекрасно видите, где у вас автомобиль. Видите? Нормально? Вы же видите? Нормально. Все, поехали дальше. Выключили поворотник. Заново включили. Почему? Потому что я вижу впереди. Впереди стоит, да, у нас преграда. С газом, с газом. О, резину пожгли, молодец. И двигаемся, двигаемся, двигаемся. Главряд уходим. В принципе, развернуться здесь мы можем вот на этой базе, напротив этой базы. Выключили поворотник. Здесь мы, если будем разворачиваться, мы здесь уходим на дополнительную полосу. Туда? Нет, 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 едем, я вам объясняю. Рельсы головой туда-сюда посмотрели. Это район. Зеленая, зеленая. Все, двигаемся с разрешенной максимальной скоростью. Хотя уже не двигаемся, уже горит красный сигнал светофора. Это сигнал означает пешеходный переход. Вот сейчас даже ребята от нас поедут в сторону центра, туда, они должны остановиться и стоять, пока не загорится зеленый. Что он и сделал. Поехали. Здесь мы видим дороги, это не для нас, это для тех, кто выехал слева через встречку, ему надо в нашу полосу уходить, он по своей полосе сначала уходил. Таблички, знаки видим, что здесь переезд с шлагбаумом. Лево-право посмотрели, притормозили, отпустили тормоза. На рельсах уже отпускаем тормоза. Вот еще на один. На рельсах? Да. Перед рельсами отпускаем. Едем. Блин. Ну, уже стойте, конечно. Он мигнул, вы что-то начали останавливаться. Вот так инкассаторы улетели. Но он мигнул, я могу ехать. Конечно, у вас была. Но я была возможность, я как-то это. Была возможность, вы остановились, да? А сзади у человека нет, не было. Я не остановилась, проехала. Он говорит, в следующий раз ты не сдашь экзамен. Кто? Инструктор. Да, скажите, да-да. Но я же читала эти, как их. Поехали. А я резко скажу, если остановлюсь, что сдам экзамен. Поехали. Если нам я говорю, ну ладно, на перекресток я могу проехать. Если замигал, уже и выехал, то езжай дальше. А здесь только начал, подъезжаю, он только замигал, и я поехал. То мы бы проехали, он бы еще мигал. Ошибка, да? Да. Тогда ничего вам, никакой ошибки. Ошибка, сказал. Да я вам говорю, что нет ошибки. Если вы уже на желтый проезжаете, это одно. На зеленый я проехала. Все, я не имела возможности быстро остановиться экстренно. Если я экстренно остановлюсь, нас распечатают сзади. Вот знак главная дорога.
после этого знака главной дороги никаких запрещающих знаков нет, значит я могу останавливаться где угодно по ходу своему движению, в плане где угодно. На остановке, в конце остановки, на не более 5 минут. Здесь вот где в данный момент, тут, мы везде можем остановиться. Только напротив выездов нельзя останавливаться. И перегораждать выезды тоже нельзя. А так вот все, в данный момент мы едем в гаражи справа, приближаемся к остановке рынок, везде можно остановиться, прижавшись немножко вот к обочине. Но обочины здесь нет, край проезжей части, грубо говоря, к снегу прижались и нормально. Вон тоже пешеходы, регулируемый перекресток. Ой, тьфу ты, господи, загнился, переход. Соответственно, когда горит красный, ребята, мы вот тут останавливаемся. А ребята, кто выезжает в сторону нашего направления, он тоже стоит под светофором. Автобус стоит, стоит. Я думала, он выезжает. Давайте его опередим. Левый поворотник. Пошли, пошли. С газа, с газа. Газ набираем. Набираем, 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 набираем газ. Еще сильней. Еще сильней. Левый поворотник, левое зеркало. Тьфу ты, господи, правый, да. Я просто хотел сказать, вон слева сколько здесь поворотов, что можно развернуться. А вы молодец, то что вы поняли, о чем я сказал. Тут, вот тут можно развернуться. С левой полосы, да? Что заправки. Вот перекресток, тормозим красный. Тормозим красный. Нет, это перекресток. А, перекресток. Если мы стоим, нам красный горит, то у ребят слева и справа зеленый горит, и они могут выезжать. Вот они что и делают, выезжают, видите? Регулируемый перекресток. Регулируемый перекресток — это когда много светофоров. Поехали. На пешеходном светофоре, пешеходе, пешеходном переходе всего два светофора, как правило. Слева и справа, все с одной стороны. Здесь мы опять видим шлагбаум. Влево-право. Отпускаем тормоза. Отпускаем тормоза. Влево-право посмотрели, убедились. Поехали. А вас учили определять расстояние? Как определить расстояние? Определять расстояние от одного знака на второй, до другого, ну, это или понятно. Там, где остановиться, да? Ну, а если после шлагбаума. Мы вас здесь научили знаки, где он заканчивается, где он начинается. А в жизни вы едете, а там поставить дорожную работу, движение, там скорость 30 км в 1000 метров. Ну, да. Как определить? Вот видите знак 40 на протяжении 200 метров. У нас есть на спидометре счетчик километражный. Вот, грубо говоря, 94.5, 5 это вот уже 6, это спометровки каждый бегают. Вот на каком моменте мы поймали этот знак движения 40-200 метров, увидели на пятерочке, считаем от шестерочки. Получается 6, 7, 8, когда будет, мы поедем более чем 40 км в час. Но по сути вот он справа, да, вот он. Можете более разгоняться. Здесь также можно останавливаться на любом участке дороги с правой стороны. Здесь такого ничего забубенного нет. Здесь, мне кажется, даже не интересно сдавать экзамен. Здесь особо ничего не скажут. Скажут перестроиться влево, перестроиться вправо, потом опять влево и остановиться. Больше тут делать нечего. Могут сказать развернуться, но скажут развернуться, это уже ближе там, где будет выезд налево. Здесь блок, блока не будет. Вот, если скажут развернуться, вот по этой, мы перестраиваемся на левую. Всегда разворот осуществляется, да, с крайней левой полосы, либо с крайней с левого положения, с дополнительной полосы для поворота налево и направо. Это вы можете почитать правила пункта 1.1.
скорости 18, да, движение направления. Да, я читала. Движение по полосам, направление движения. Ты учила? Я читала, да. Учила, читала. Ой, столько времени. И в компьютере. А у меня еще близко так сильно не вижу. Буковки мелкие. Очки я не ношу такие. Так, смотрите, переход, да? Видим? Тормозить сильно, в принципе, не нужно было. Просто отпустить педали, все, да, проехать? Да. Ну, убедиться, конечно. Ну, я вот, например, вижу, вот у меня был такой, я смотрю, никого нету, ну и стала проезжать. Когда стала проезжать, появился пешеход, и мне говорят, надо было его, так не было его. Тут нужно уже не надеяться было. На опыт. Я уже стала проезжать, он стоит. Знак 40. Увидели. А? Я специально молчал. Специально. И еще камера. А то, что камера надо. А что, а вдруг? А вдруг оказался. Видите, опять же, везде можно останавливаться. Но вы не 40 же едете. А вы плететесь там что-то. Человек стоит или идет? Курит. Да, он не знает, куда он идет. Ну, курил. Нам направо, на перекрестке. Опять же, мы как с Ленина спускались, а здесь поднимаемся. И, соответственно, мы руководствуемся с нашими знаками. Не светофором, потому что у нас дорога уходит от светофора, да? Уступи дорогу, тут знак, налево, смотрим, никого. Ну, выходим. И знак какой видим? 40. В левый ряд перестраиваемся. Сейчас скажу почему. И двигаемся 40 км в час. Почему мы заблаговременно перестроились? Хотя можно, в принципе, не перестраиваться. Здесь просто, как правило, направо еще есть поворот. А, да. Направо есть поворот, там также стоит знак, наверное, объезд, должен быть, но его нет. Но все равно, здесь вы должны были показать справа, левый поворотник, что я еду прямо. Вот многие, теперь можете перестроиться вправо, правый поворотник, зеркало обязательно. Вы меня сейчас прям так на прочность проверили, я прям, вот чуть было не было. Я столько лет уже работаю. Машина не успела проехать, а вы уже начали маневр. Так нельзя. Да? Конечно. Здесь мы также можем везде остановиться справа. В принципе. Ну да. Даже есть у нас две полосы. Да. Две полосы. На светофор мы обращаем внимание. Опаньки, красный. Вот, нам красный, ребятам зеленый. Они вот выезжают. Это у нас уже улица. Какая? Суворова? Да? Ворошилова. С какого перепугу? Суворова. Здесь у нас идет и маршрут в прямом направлении, также идет маршрут налево, на Малиновского. Налево Малиновского. Мы пока идем прямо. Мы двигаемся прямо. Точно не знаю, идет ли там маршрут налево или нет. Не помню, честно. Налево на перекрестке. Так, нет, я имею в виду за Малиновского.
есть там маршрут или нет, я не помню. Только направо. Что только направо? Да оборот. Я... Нет. Я говорю, я не помню, есть там маршрут или нет. Мы сейчас так двигаемся в прямом направлении. Здесь мы можем остановиться опять же везде. Знаков запрещающих. Да, также мы можем здесь развернуться. Только опять же, да, с какой полосы мы разворачиваемся? Перестроиться в левую полосу. И делать вон как тот мигающий. Встать заблаговременно, включить поворотник. И подождав, все пропустив машин, соответственно, выполним разворот. Здесь мы газ уберем, так как видно, что пешеходный перекресток. Тьфу ты, господи, все, заговорился. С 7 утра сегодня работаю просто. До самого вечера, что ли? Ну как до самого вечера? Что, я заболевший, что ли? Не до самого, а до 8. Я и говорю, до 8. Это ж тяжело. Ну как уж, нет, даже не до вечера, а до ночи. Ну, вам же всем сдавать экзамены нужно. Вот и все мне звонят. А можно, а можно, а можно. Так, движение по полосам. Мы двигаемся в прямом направлении. Мы, значит, выдерживаем свою полосу. Вот так. Двигаемся, не бойтесь. Кстати, здесь на этом перекрестке тоже можно развернуться. Но это опасный перекресток. Это перекресток Суворова-Ворошилова. Где китайская опасно. Стена. А? Опасно. Опасно, да. Так что лучше выбирать. Более-менее безопасно. Опять же, здесь везде можно остановиться. На экзаменах почему народ тупит, когда не может выбрать место для остановки. Я говорю, радость моя, ну, после экзамена человеку. А что это было? Он тебе сказал выбрать место для остановки. Ты прешься 100 метров, 200 метров, 300 метров, 5 перекрестков проехал. Он тебе говорит, достаточно, до свидания. Что это было? А я думал, я буду кому-то мешать. Да вообще пофиг, кому ты там мешаешь. Я могу здесь остановиться? Да, я останавливаюсь. А то, что я кому-то буду мешать, это уже другой вопрос. В жизни ты, конечно, уйди куда-нибудь, не вздумай останавливаться на дорогах. Поехали. Потому что кто-нибудь да прилетит. А на экзамене, ну ты обязан выполнить требования, остановиться. А он может сказать, место для стоянки. А стоянка у нас разрешена там же, где и остановка. Кроме, где знак запрещает стоянку, автобусные остановки, где высадка не более 5 минут, да, остановка, но не стоянка. Ну и вот все это читаете, да, мануал в ПДД, там все вам подробно написано. А вот многие тоже, вот здесь можем остановиться справа? Можем. А инспектор говорит, выберите место для стоянки. И все, мы сердце в пятки, сознание теряем. Да, честно. Да не надо ничего терять. Надо вот, только вот приобретать. Вот ты знаешь, что здесь можно остановиться, а вдруг нельзя? Ну, сразу вдруг начинаем. Нельзя, лотерею покупайте, играйте тогда. В левый ряд перестраиваемся. Смелей, смелей. Почему мы перед заводской перестроились в левый ряд, поворотник? Чаем. Здесь, по сути, три полосы. Угу. Правая полоса, сейчас из-за вышки не видно, там дополнительная секция направо. Вот. И, как правило, я вот не вижу по этой полосе, по правой, разметка движения по полосам. Я что-то не увидел. Если разрешают по правой полосе движение прямо, то, соответственно, мы можем стоять и в правой полосе. Но чтобы никому не мешать, мы, потому что, смотрите, вон впереди загорелось, красный нам горит, а ребятам направо, видите, стрелочка. Угу. Вот. Так мы будем мешать, по сути. Поэтому я рекомендую уходить в левую полосу, вот, в среднюю. Поехали. Все, движение прямо разрешено. Нам прямо. Нам прямо. Рельсы-то надо было аккуратненько. Вот